Сегодня Беларусь входит в число 30 стран, которые достигли определенного показателя по участию женщин в принятии решений. В парламенте нашей страны треть – женщины. Непосредственно в Гомельском регионе 4 представительницы прекрасной половины человечества возглавляют районные исполнительные комитеты. Много женщин в составе депутатского корпуса. Областной совет возглавляет также женщина. Наша область поистине богата достойными, умными и талантливыми женщинами. Ведь женщина – это целый мир. Самому лучшему, самому доброму, самому святому в нас мы обязаны вам, наши дорогие женщины. Не будь вас, не было бы и самой жизни. В Гомельском общественно-культурном центре торжественный прием женщин руководством облсполкома. На встречу со всех районов области приехали представительницы самых разных профессий. Каждая из 60 приглашенных – отличница в своей сфере деятельности. Учительницы, врачи, госслужащие, сотрудницы органов внутренних дел, спортсменки и работницы сельского хозяйства. Ветераны труда. Такие разные, но все как одна целеустремленные. Сегодня нет, наверное, ни одной сферы деятельности, где бы не работали представительницы прекрасной половины человечества. На торжественный прием от имени профсоюзов пригласили 72 женщины. Поздравления, цветы, музыкальные номера и подарки. Серебряные цепочки и кулоны с символичным названием «Ангел». Активистки Белорусского союза женщин к 8 марта подготовили специальную акцию для сельских тружениц. Участницами стали 20 сотрудниц молочно-товарной фермы хозяйства «Носовичи». В местном доме культуры женщин ожидала команда парикмахеров, визажистов и мастеров по маникюру из областного центра. За несколько часов профессионалы создали новые образы для каждой. Проект поддержал и профсоюз работников АПК. Для участниц акции организовали праздничный концерт с вручением подарков. Нравится все так, знаете, стилисты поработали, очень интересно. Во-первых, это же редко бывает, когда мы выбираемся куда-нибудь. Очень редко куда-то. В основном же только работаешь и работаешь. Еще одну праздничную акцию к Международному женскому дню подготовило общественное объединение «Рана». Проект «Мамина весна» благотворительный. Его главные участницы – мамы, воспитывающие недоношенных детей с особенностями развития. В рамках акции женщин преображают. Прическа, укладка, макияж, маникюр, подбор одежды и фотосессия. Организаторы акции уверены, что внешние изменения смогут запустить и внутреннее обновление героинь. Не остались без внимания в эти праздничные дни и автоледи. Разрешите поздравить вас в честь 8 марта с праздником, пожелать вам всего самого хорошего, спасибо, наилучшего взаимопонимания на дороге, чтобы у вас все было хорошо и все получалось. Это вам от нашей спасибо государственной большое автомобильной инспекции цветы и небольшим памятным подарком. Спасибо большое. Евгения Кухоронок, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько. Новости недели.